gelemem baş edeyim diye gelecek ki alansız sünnise astanamdan bana silaşam dara. Астанамның бағы сыйлар шамдары. Бауыржан, сын мой, я знала, я была уверена, что я снова встречусь с тобой. Силы небесные сделали свое дело. Мам, спасибо тебе за подвиг. Но ты ведь столько сил потеряла. Елена, дай мне сказать тебе спасибо. Я тебя все время вспоминала. Эти долгие недели. Вымолила ты свободу для сына. Вот уж радость для матери. Ну как? Как вы смогли все это выдержать? Откуда силы взяли? До последнего дня я держалась. На днях услышала голос. Сын твой вернется. Иди домой. Вот уже на последних шагах я поняла, что у меня сил не хватит. Попросила людей, они мне помогли. Ее ночью скорая помощь привезла. Спасибо, добрые люди. Ее не оставляли, все время с ней были. И я ночью дежурила. Бригада реанимации с ней приехала. Откачали мы ее. Ожег, ты у меня такая сильная. Я постоянно о тебе думала и разговаривала с тобой. Ты меня слышала в пути? А как же, милая. Я тебя постоянно во снах видела. Мы с тобой обо всем говорили. А ты смеялась надо мной. Ух. Мне от этого легче становилось. Ажия, я успел про тебя даже Джейн рассказать. Знаешь, что она про тебя написала? Слушай. Силы небесные пусть подчинятся воле и слабому голосу горестной матери. Да, да, да. Я ее никогда не видела. Но вот ты сейчас ее стихи прочитал. И я ее словно сейчас вижу. Мам. Айша. Дети. Елена Васильевна. Спасибо всем вам. Здравствуйте, Юлечка. Юля, как я вам обязан всем? И Дастану, и Айдархану, и Дулату. Да, Юлечка, мы ведь вначале думали, что вы просто молодой, неопытный юрист, дело которого по приказу Салтанат завалить весь процесс. За нами, за всеми всегда стояла воля Жанар. Это ведь она нас толкала на все, давала новые идеи. Раз в два дня у нас было с ней совещание. Какая женщина. Даже сквозь сильные боли она давала нам свои указания. Это ведь она придумала наш самый главный ход. Вырвать у Салтаната украденные ей документы. Да, женщины. Сколько же у вас сил и сколько коварств. Ведь и вы оказались совсем не такой овечкой, как я про вас подумал, когда мы впервые встретились с вами в тюрьме. Не совсем овечка, конечно.
Но я не люблю показывать лишнее. Кому надо, тот и сам все заметит. А если не пришло время, лучше подождать. Ведь эта Салтанат вертела мною, как хотела. А я ей верила, подчинялась. Боже, ну какая же я наивная. А ведь ты тоже ей верил. Вот как так случилось, что она так легко нас обвела вокруг пальца? Только мама, Волжанапа и Дастан сумели ее раскусить. А мы им не верили. Да, выдержка ее лишь железная. Саму Салтанат перехитрить. Это надо же. А то, что мы с тобой так легко стали ее жертвами, я виню только себя. Я не хитрила. Салтанат никогда нельзя хитрить. Она это сразу заметит. Я всегда действовала с ней открыто. У нее есть очень странное качество. Она всех и всегда подозревает в заговорах и интригах. Но если вести себя с ней прямо и честно, она не верит ни единому твоему слову. И мне это помогло. В отношениях с ней я всегда прямо могла сказать все, что думаю. Она все равно никогда меня не воспринимала. Странно. Мы говорим о ней теперь в прошедшем времени. А ведь она продолжает существовать. И процесс, и следствие еще идут. У нее есть еще возможность хитрить и выкручиваться. Да. Она сумеет добиться для себя выгодных условий. Но ей все равно придется сидеть. Это уже неизбежно. Единственное, что ей удастся сделать, это максимально затянуть процесс и следствие. Но она знает, пока она находится под следствием, ее противники ее не достанут. Она и тут схитрила. Как хорошо, что мы теперь об этом говорим, как про какой-то страшный, кошмарный сон. Юля, я думаю, что такой умный юрист, как вы, мне будет нужен. Не хотели бы вы продолжить то, что мы так неудачно начали с Салтанат? Я все же не хочу оставлять эту свою идею защиты кадровых работников. Бауржан, я с огромным удовольствием буду работать с вами. Но я должна вас предупредить. Иногда я работаю жестко. А вдруг, когда Жанар приедет, мы будем спорить? Вот это мне и надо. Жанар нужен жесткий и умный собеседник. Я часто теряюсь с ней. А вот вам и карты в руки. Мы многого добьемся вместе. Маша, и нечего плакать. Я тебе говорила, что я добьюсь своего. Мой папа оправдан и вышел на свободу, а враги его повержены. Что я тебе говорила, а? Вот и тебе точно так же надо. Ульжан, у меня нет врагов. А то, что сейчас происходит между мамой и папой, это неразрешимо. Мы ничего не можем с этим сделать. Что за ерунду ты сейчас говоришь? Твои родители сейчас готовы сломать и себе, и вам жизнь. Сделать ужасную ошибку. А ты хочешь стоять в стороне и смотреть на это безучастно? Ульжан, но не взрослые люди. Они сами решают свои проблемы. И никто не вправе вмешиваться. Надо уважать чувства других. Да, ты права. Проблемы взрослых людей пусть сами они и решают. Но ведь это твои родители. Это часть тебя самой. И если они ведут себя как дети, то значит тебе нужно стать взрослой и принять правильное решение. Гульжан, ну разве есть правильное или неправильное решение? Кто вообще знает, что на свете правильно? Я вот даже у бабушки спрашивала, что с этим делать, и она не знает. Маша, вы очень странные люди. Я вас не понимаю. Ну, а давай представим, что такая проблема возникла у моих мамы и папы. Хотя это даже теоретически представить невозможно. Но для простоты объяснения мы представим эту невозможную ситуацию. Так ведь это как будто небо и земля поменялись местами. И мы все ходим кверху ногами. Ну, разве это правильно? Гульжан,
Ну, а что бы ты сделала? Все очень просто и ясно. Все гениальное просто. Я бы им просто запретила делать что-то ужасное. И пусть они только попробовали бы не подчиниться мне. Гульжан, ты все упрощаешь. А может быть, Вася это сделает? Вась? Ты сама поняла, какую ты сейчас глупость сказала? А что? Вася, он умный. Вася тонкий. Вася решительный. И этих качеств недостаточно. У него нет главного. Что главное ему нужно? Маша. Вася, мужчина. Они никогда ничего не могут решить. Все в этом мире решаем мы, женщины. И все права принадлежат только нам. Гульжан. Ну и когда ты это решила? Про права женщин. Для меня это новость. И когда ты это поймешь, ты найдешь правильное решение. Думай, милая моя. Юля, насколько я понимаю, вы теперь стали родным человеком в семье Бауржана и Агайши. Даже в кабинете Бауржана чувствуете себя так комфортно. Что ж, семья Бауржана мне не безразлична. Я к ним привязалась. И в кабинете мне теперь тоже часто придется бывать. Бауржан уже на будущей неделе выходит на работу. В связи с такими обстоятельствами вашего служебного положения, у меня к вам два очень важных дела. Даже два? Слушаю вас. Первое по значимости – это Гульжан. Мне нужна ваша помощь. Я уже заметила ваш особый интерес к Гульжану. И мне кажется, ей вы тоже интересны. Хотя проявляет она свою заинтересованность, как всегда, своеобразно. Меня радует ваша внимательность. Да, мой интерес к Гульжан очень значителен. Я впервые начал думать о ней еще в Лондоне в разговорах с Джейн. Она так забавно описывала сестричку Дастана, что мне захотелось ее увидеть. И когда я ее увидел, мне стало ясно. Я должен ее завоевать. Вы говорите о Гульжан как о военной операции. Именно. Это именно военная операция. Дело в том, что я готовлю себя к карьере дипломата. Моя мать Жанар следит за моими успехами в этой сфере. И мы понимаем, что мне непременно уже в этом году нужно найти себе жену. Вас ждет новое высокое назначение? Вы и в этом разбираетесь? Похвально. Да, для моего дипломатического назначения очень важен мой семейный статус. И кроме прочего, жена дипломатического работника – это практически работа. Быть не только красивой и хорошо воспитанной, но и при этом быть умной, заметливой, способной заводить знакомство с любым интересующим субъектом, входить в любой круг. Одним словом, жена дипломата – это дипломат в квадрате. Насколько я знаю, Гульжан, она идеальная кандидатура на эту вакансию. Она всегда знает все, что происходит вокруг. И никогда не упускает возможность узнать больше. В то же время ее любопытность ненавязчива и незаметна. Вы знаете, кто ее идеал? Да, знаю.
Я много знаю о Гульжан. Я ее изучал заранее. Ее идеал — это знаменитая шпионка Мата Хари. Что ж, неплохой идеал для будущей жены дипломата. Так чем я могу помочь вам с Гульжан? Вы хотите, чтобы я стала свахой? Нет. С этим я справлюсь сам. Мне нужна ваша помощь в налаживании отношений с Бауржаном. Он человек очень щепетильный в отношениях. И тот факт, что я сын его начальницы, может помешать ему правильно оценить ситуацию. Что ж, я подумаю. А какое у вас второе пожелание? А второе пожелание странное. Давайте я вам просто оставлю этот документ. Он на английском языке. И если вам нужна будет моя помощь, то я к вашим услугам. Почитайте. Это очень поразительный документ. Что вам сейчас тяжело. Но я вас прошу. Прошу разобраться и решить, как нам жить дальше. Мама, спасибо, что побеспокоилась о нас. Ну, здравствуй, Володя. Здравствуй, Люда. Давно не виделись. Вот хорошо. Хоть заговорили. Ну и о чем будем говорить, Володя? О тебе или обо мне? Давай о тебе. Я со своими проблемами сам справлюсь. А ты со своими справишься? А какие у меня проблемы? У меня теперь больше ничего нет. И проблем нет. Тебе спасибо. А разве те старые проблемы, что тебя занимали, заставляли там не появляться дома днями, ночами, разве эти проблемы были настоящие, Люд? Я подумал, надо тебе все это забыть. Надо тебе все это оставить, ведь есть же настоящая жизнь, есть настоящие чувства, живые люди. Надо, может быть, тебе вернуться к этому, ко всему, к настоящей жизни. Ну вот. Вот я и вернулась, посмотри. Все вокруг меня настоящее, как ты и хотел. Люда, постой. О чем ты говоришь? Ну разве Володя не хочет тебе добра? Ты же сама мне говорила, что стала живой мишенью, и что вся наша семья под ударом. А теперь вы можете жить спокойно, и твои дети, наконец, могут вздохнуть и тебя увидеть. Ну так смотрите на меня, смотрите, вот она я, вот, хороша? М? Теперь мне ничего не надо. Люда, Людочка. Ты лучше остановись, пожалуйста, а? Ты лучше ничего сейчас не говори. Я сейчас опять перед собой вижу совершенно чужого человека. Неужели ты нас забыла? Да услышь ты меня, Люда. Ну, повернись ко мне. Посмотри мне в глаза, Люд. Да вижу я тебя, вижу и слышу. Ни глухая, ни слепая. Только вот смотреть сейчас не хочется. Все!
Все, стоп! Если вы вот так собираетесь разговаривать, то лучше молчите. Не думала я, что у вас так далеко зашло. Ну неужели? Неужели же ничего не осталось от прежних чувств? Мам. Все, не надо говорить, не надо. Давайте мы лучше помолчим сегодня вечером. Дорогие мои, Алеша, Мыша, Дастан, то, что происходило со мной в последнее время, это было для меня великим испытанием на прочность. Я надеюсь, что это испытание я все же прошел достойно. Только жаль, что мамы нет пока с нами, но она поправится и скоро вернется домой. Опять эти неожиданные звонки. Ну, как я их в последнее время боюсь. Гульжан, ладно, пойди, открой. Господи, ну кто это еще? Смотрите, кто к нам пришел. Друг Андрей, мой. Проходите. Хорошо, что ты пришел. Юля снова пришла. Замечательно. Да, Гульжан, мы виделись коротко, только во время допросов. Я с тебя так переживал. Так захотел себя увидеть всех вас вместе, что вот решился прийти. А я ведь по делу снова пришла. И весьма срочному. Простите, что я снова о проблеме, но... Ну, не может ваша проблема. Ну, подождайте, ну хотя бы какое-то время, но я просто этого больше не выдержу. А я не знаю, проблема ли это. Но мне очень срочно нужно поговорить с Дастаном. Мне кажется, сейчас самое время. А что случилось? Что вы мне хотите сказать? Я только что получила очень важный документ. Он касается вас. Какой документ? Почему вы так испуганы, Юля? Мне передали завещание вашей английской подруги Джейн. Она передает вам наследство старинный замок в Шотландии. Что? Это ведь ее родовое поместье. Почему мне? Чего? Нет. В завещании сказано вашему сыну. Вот что меня так удивило и заставило к вам снова прийти. В завещании сказано, что замок идет в наследство вашему сыну. Дастана нет сына. Дастан, что это такое? Шамдар.